Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 56-летнего барнаульца, которому врачи отказали в госпитализации. Инцидент произошел 18 июля. Пожилой мужчина в тяжелом состоянии поступил в 12-ю горбольницу. Там ему вовремя не смогли поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение. Пациенту отказали в госпитализации и отправили домой. Но самочувствие барнаульца резко ухудшилось. Его на скорой доставили в другую больницу, где на следующий день он скончался. По данному факту следователи провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить наличие причинно-следственной связи между оказанием ненадлежащей помощи сотрудниками медицинского учреждения и гибелью потерпевшего. Следствием ведется сбор закрепления доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.